Всем привет, дамы и господа, с вами Герман Пермяков. Вы смотрите инвестиционно обучающий канал Redline TV. Сегодня говорим о венчурах. Мы говорили, в принципе, летом говорил о MicroVentures, о площадке, через которую я могу инвестировать в американские стартапы. Но это не совсем стартапы, это уже работающие фирмы, которые просто хотят развиваться. Потому что в нулевые компании я не инвестирую, я как бы инвестирую в те, которые хотят расширяться. Сегодня говорим об Apex Farms. К сожалению, у них уже закончена регистрация инвестиционная регистрация, да, через MicroVentures, но у них есть свой сайт, и они получили от американского регулятора разрешение работать с иностранными инвесторами. Кому нужно, те пройдете на сайт, сайт на английском. Мы сейчас дадим переводную информацию, которую перевело мое агентство переводов Lingo24, и вы посмотрите, как бы, и сделайте вывод, нужно вам инвестировать туда или нет. Итак, Apex Farms — это фермерская компания с вертикальными садами, с вертикальными инновациями. Смотрим и делаем выводы. Вертикальная система Apex для сельского хозяйства. Мы являемся профессиональной фермерской компанией с вертикальными технологиями, которая стандартизирует вертикальное сельское хозяйство. Вертикальная система Apex использует технологию, которая была представлена патентным ведомством США по патентам и товарным знакам. В дополнение к своему патенту компания имеет 20 заявок на патент. Наша технология уникально позволяет клиенту вырастить в 10 раз больше продукции в данной области. Система Apex Vertical Farming тестировалась в течение 3 лет, чтобы уменьшить потребление воды как в помещении, так и на открытом воздухе более чем на 85%. Кроме того, в отличие от других систем, система Apex эффективна как внутри, так и снаружи. Чтобы добавить систему Apex, ее можно, в общем-то, просто масштабировать для обеспечения максимального использования пространства и возможности выращивания всех культур, кроме деревьев. Максимизация эффективности коммерческой фермы. Вертикальная сельскохозяйственная система Apex использует запатентованную технологию гидропоники и аквапоники для сокращения энергии, воды, пространства и экономии трудозатрат. Вертикальная система Apex использует технологию, которая была предоставлена патентным ведомством США по патентам и товарным знакам. В дополнение к своему патенту компания имеет 20 заявок на патент. Технология уникальна, позволяет клиенту вырастить в 10 раз больше продукции на одном участке. И убирается урожай тоже легко. В отличие от конкурентов, вертикальная система Apex полностью доступна для сбора урожая с земли, что означает отсутствие необходимости в конвейерных лентах, строительных лесах или сложных машинах. Итак, дата съемки 4 июля 2018 года. И показываем, не компания, показывает томатные растения, которые, в общем-то, растут и развиваются. Здесь есть также и базиликовые растения на другой стороне. Есть два растения брокколи, а также есть два растения сладкого картофеля. Сейчас владелец конкретной системы решил произвести некоторые тесты растений, которые, в общем-то, не делала еще сама компания Apex Farms. И поэтому выбрал растения картофеля и брокколи в качестве двух добавочных растений, которые владелец хотел бы, чтобы они выросли именно для того, чтобы доказать, что они могут расти с помощью такой системы. В общем-то, на такой системе можно выращивать и корневые основы, и плодовые там растения, да, и травы, ну, в общем-то, многие типы растений. И данной системе можно уделять всего лишь 1 час в день. Также система позволяет контролировать подачу воды. И что вызывает интерес, это то, что действительно ли система будет забита корнями внутри труб. Или же все-таки корни не будут, будут нарушаться потоками воды. Дело в том, что поток достаточно сильный, чтобы нести, не давать корням срастаться.
И потому что система рекуперации воды движется вверх и вниз по коллектору и обратно в резервуар. И, в общем-то, корни не срастаются и не забивают сами трубы. Сейчас мы видим результаты еще недельного, результаты через неделю, что происходит с томатами, с помидорами. Здесь уже явно вы можете увидеть эти томаты. И эти томаты посадили около 4 месяцев назад в данную систему Apex Farms. И в ближайшее время можно будет собирать урожай. Хозяин насчитал около 84 томатов, которые в данный момент краснеют. Но есть еще около 120 томатов, которые еще только набирают цвет. То есть они еще не зрелые. Итого, здесь на системе произрастает 74 томатных растения, 74 помидора. Система имеет потенциал до 156. Именно эта конкретная модель. Емкость 156 растений. Различных растений. За все время эксплуатации резервуар только один раз превысил 15% от максимального наполнения. Сейчас он имеет емкость 268 галлонов, и он был перекрыт из-за перетекания. Сделано это было для того, чтобы не было перерасхода по оплате электроэнергии. И можно было, в основном запускали систему 2 раза в день, а остальное время насос находился в режиме экономного энергопотребления. И такая система может выдавать большое количество плодов, да, для продажи, в принципе, даже для ресторанов или для сетей питания, используя небольшую площадь для выращивания тех или иных растений. И поэтому на следующий год владелец сможет иметь больше клиентов для среди ресторанов и сети общепита, чтобы продавать им свои плоды. Он экономит довольно-таки значительное пространство. И за счет площади он может устанавливать гораздо больше систем, естественно, собирать гораздо больше объемов плодов. Это образец фермерской системы, которая сделана компанией Apex Farms для клиента, который полностью оборудован системой контроля воды. Здесь есть клапаны, это фактически запорные клапаны для воды. Вы можете видеть большой красный рычаг. Это отключение аварийной подачи воды для всей системы. Это фактически настраиваемый конкретно размер, подогнанный под конкретного клиента. Здесь могут быть размещены 182 растения в пределах 1 фута, благодаря чему очень сильно экономится пространство для земледелия. Здесь полная система рециркуляции воды, так как все отверстия, которые вы здесь видите, в них можно садить растения. И здесь клиент планирует разместить 3 разных сорта томатов. Выращивать 3 разных сорта томатов именно на этой системе, с помощью этой системы. Коллеги, в общем-то, по Apex Farms, я думаю, понятно. Еще раз повторюсь, что внизу будет приведен сайт на английском. Я думаю, не проблема никому будет с сегодняшними инструментами изучить подробнее, если нужно инвестировать. 3040 сегодняшний пароль. Для тех, кто играет с нами в квест, пишите этот пароль, получайте свои азовкоины. А с вами был Герман Пермяков. Слушайте радио «Азовская столица» и получайте и смотрите Азов Capital TV в Инстаграме. Все, с вами был Герман Пермяков. Пока.